Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Как вы уже поняли из начала видео, мы на выходных как раз ходили в театр Андрея Фартушного на шоу «Мечты, меняющие мир». Вообще, на самом деле, нам так понравилось, настолько классное шоу. Это интерактивное, развлекательно-познавательное шоу. Оно действительно такое и есть. Там настолько все классно собрано в одном шоу, куча-куча всего того, что интересно сейчас современным детям. И какие-то эксперименты, молнии, жидкий азот, я не знаю, лазеры, роботы, и под конец пришел Дед Мороз. Это настолько классно, интересно. Вообще у меня дети были в дичайшем восторге. Там все, кто был, все дети не могли просто даже сидеть на своих местах. Все подпрыгивали, активно участвовали в самом мероприятии. Вообще настолько сильно понравилось. Девочки, мы прям в шоке, честное слово, потому что мои мальчишки не любят ходить в театр. Ну, им скучно сидеть, а здесь, когда как бы было такое взаимодействие со сценой, с детьми, и, в принципе, каждый ребенок поучаствовал, он прикоснулся к какому-то реквизиту, и это очень сильно впечатлило моих детей. Они мне на подобное шоу сказали, что пойдут еще раз с огромным удовольствием. Так что я безумно рада, что мальчикам моим понравилось. Вот, ну, а я вам оставлю промокод со скидкой 10% при оплате билетов на сайте. Этот промокод имеет ограниченное действие. В общем, я вам все подпишу внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Но шоу классное. Оно проходит в Москве, Санкт-Петербурге и еще в разных городах. Там на сайте можно почитать. Шоу нереально классное. Девочки, вот от всей души советую, рекомендую. Если есть детки, обязательно сходите туда. Вот так вот у нас проходили последние денечки наших каникул, вот, и я еще сейчас ездила, сгоняла, скажем так, получила посылочку картины по номерам. У меня была такая, скажем так, задача, задумка новогодних праздников доделать свою картину, я вам сейчас ее тоже покажу, и я заказала новую. Как я выбираю эти картины? Вообще, я так понимаю, что я заказываю с разных сайтов все время, и вообще с разных. И с Озона я заказывала, еще там с какого-то, и сейчас вот тоже совершенно с другого. Я просто набираю в поисковике, и те картины, которые мне нравятся, которые, вы знаете, ну, как бы зацепили очень. И плюс, чтобы они еще подходили, ну, скажем так, к моему интерьеру, те я и покупаю, вот и все. Вот, в этот раз я взяла себе вообще такую сложную картину, сейчас я вам покажу. Вот такую я в этот раз большую коробку получила. Здесь не одна картина, аж целых три. Вот такие вот картины. Они как раз у меня подойдут под интерьер на первый этаж. У нас там есть такая гостиная комната, и я как раз туда повешу. В общем, это три картинки, 50 на 50, вот такие вот цветочки. Ну, в общем, это мне работа на самом деле до лета. Уровень сложности 4, но я не, ну, как бы не заморачиваюсь уровень сложности. На самом деле, чем легче, тем быстрее она идет. И мне это даже не нравится, потому что я выделяю время на рисование, ну, скажем так, совсем чуть-чуть. Сейчас я открою коробочку, посмотрим, что там внутри. Вот такие вот у меня получаются три картины. Очень мне нравится это дело, девочки. Вообще, я рисовать сама не умею. У меня, ну как не умею, всех когда-то учили, но я, честно сказать, у меня нет, как сказать, таланта, да, к рисованию. Но мне очень нравятся вот раскраски. Это для меня как, ну, кто-то вышивает, да, кто-то там вяжет, а мне безумно нравится вот, вот это. Это вообще просто обалдеть. Вот. Я, кстати, выбираю на холсте. Всегда на бумаге я ни разу не раскрашивала. Я делала только на доске. Ну, на досочках таких. У меня девушка такая. Вам тоже сейчас ее покажу, кто не видел. В общем, вот такие три картины. Мне реально хватит до лета, потому что я, ну, совсем по чуть-чуть делаю. И вот такое количество красок здесь. Обалдеть. Вот, кстати, вот эти краски, меня как-то девушка одна спрашивала, если они подсыхают, ну, я же их долго делаю, эти картины, то можно разбавить их просто водичкой, это акриловые краски. Я вначале, кстати, когда первый раз делала, не понимала, что это за краски. А вот эти кисточки, да, ими тоже можно рисовать, они, в принципе, неплохие, у меня уже бывали... Были вот эти кисточки, у меня их много, кстати, осталось. Я купила себе другие кисточки, в общем, такие поудобнее, можно так сказать. Вот, так что вот такая вот у меня работа, но
Я еще раз повторюсь, я делаю это медленно. Только вечером у меня получается рисовать, поэтому мне до конца лета прям отлично. Еще здесь идут вот такие... Ну, это как бы подсказочки. Мало ли вы видите, что что-то где-то пошло у вас не так, и вы можете подсмотреть, какие были где номера. Вот. Я обычными, кстати, не пользуюсь. Как-то вот у меня получается без ошибок делать. Вот. Но, по крайней мере, ошибки свои я не замечаю, если уж и делаю. Вот. Так что вот такая вот у меня новая. Очень мне понравились вот эти цветочки. Ну, это такая, как сказать, классика, наверное. Да? Вот. Единственное, что у меня проблемы с рамками. Сейчас я вам покажу картину, которую закончила. Вот у меня эта картина, которую я закончила. Но она, у меня муж, в общем, повесил ее без рамы. У меня вообще все мои картины, которые я делала, они все у меня висят без рамы. Я не знаю, почему. Вначале мне как-то не нравились рамы. Сейчас я хочу рамку какую-нибудь для нее. В багетных мастерских это очень дорого. И вот я не знаю, посоветуйте. Вот она у меня, видите, на такие... Такие обои такого зеленоватого, серовато-зеленоватого типа, наверное, беленькую рамочку. Я не знаю, девочки. В общем, надо где-то их достать, купить. Вот такой вот домик у меня получается. Это называется сказочный домик. Сверху она так блестит, потому что сверху покрывается лаком акриловым. А вот картина, которая на доске, я ее как-то уже показывала. Это, видите, состоит из таких досочек. Ну, вместе все скреплено. Это вот такая девушка. Она мне безумно нравится. Но вот это точно, наверное, без рамки, потому что это доска. Вот такие вот у меня картины, так что буду снова делать картинки, что у меня тут петухи какая-то. Я растрепанная, ну ладно. Вот. И напишите мне, что по поводу рамочек. Может, вы знаете, где можно купить, потому что в багетных мастерских рамки дорогие. В принципе, картину эту не обязательно под стекло. Кстати, вот здесь вот тоже висит картина, которую я раскрашивала. Тоже без рамки. Вот, это, кстати, самая первая моя картина. Вот такая. Короче, в багетных мастерских там что-то 1000 с лихом просят за эти рамки. Вот, поэтому думаю, что надо где-то купить. А вот в местах, где продаются сами картины, там такие рамки, ну, как бы, знаете, такие с вензелями там. Я такого вообще не люблю. Вот, так что вот так вот. И, кстати, еще хотела, меня спрашивали по поводу туши вот этой Калистар, которую я покупала. Я не скажу, что она мне очень сильно нравится. Почему? Потому что она классно красит ресницы, она их как бы загибает. То есть, видите, делает такие, видите, изгиб. Но при этом она их немного склеивает. Вот видите, вот. Вот они как бы склеенные такие получаются. И она не осыпается, не размазывается, но еще ей нужно красить вот вначале один глаз, а потом второй глаз, иначе она засыхает быстро очень на ресницах, не размазывается, не растекается в дождь. Ну, у нас тут дожди просто в Питере. Вот. В общем, тушь мне понравилась, но она подсклеивает ресницы. Это не самая идеальная тушь. Вот марка Калистар. Сейчас я вам покажу другие туши, которые у меня тут закончились. Вот сразу хочу показать вам кисточку. Вот такая кисточка, в принципе, не очень большая, вот у этой туши от Калистар. Но, не знаю, может быть, она раскрасится как-то. Может быть, в принципе, я не так давно и начала пользоваться. Может, чуть-чуть попозже, когда она чуть-чуть подсохнет, она станет, перестанет вот это вот склеивать ресницы. Но пока что вот не нравится то, что склеивает. Во всем остальном очень классно подкручивает, очень хорошо держится. Я ее покупала в Летуале, и, насколько я знаю, марка Калистар представлена вроде бы только в Летуале. Не знаю, может, где-то еще в интернет-магазинах есть. Но, в общем, пока пользуюсь ей. А вообще, у меня здесь куча тушей. Хочу вам тоже их сразу показать. Это Кика, но я про нее уже рассказывала. Она мне не понравилась. Именно вот такая. Про Фаберлик тоже говорила. Тоже мне не понравилась. Она вообще отпечатывается, размазывается, растекается. Все, что вот можно, все с ней происходит. Вот эта тушь поначалу красила хорошо, а сейчас она делает какие-то паучьи реснички. Особенности, если... Вы попадете под дождь или вообще, ну, какая-то влага у вас попадет на ресницы. Все, три реснички у вас будет. Вот, поэтому тоже нет. Вот мои, получается, самые любимые туши. Я извиняюсь, я же тут все измазала в этих тушах, но очень хочу вам показать. Во-первых, вот эта база под тушь от марки Кика. Я не сотрудничаю ни с компанией Ева Мозаик, ни с Летуаль, ни с маркой Кика. Я все покупаю на свои денежки. Просто советую вам, потому что вы меня часто спрашиваете по поводу туши. Во-первых, вот эта база очень мне понравилась.
У него, видите, такая небольшая кисточка, но она у меня уже закончилась, поэтому в таком непотребном виде, скажем так. Вот тут все стерлось. Я вам ссылочку оставлю внизу в инфобоксе. На нее очень классная база. Она мне напоминает базу от Dior. Да, от Dior у меня была вот эта вот знаменитая их белая база. Вот она у меня была, и это реально один в один. Вот только база Dior, сколько там, 2000, это, я уже не помню, по скидкам там можно вообще в районе 500, по-моему, рублей она стоит на скидках. Вот моя любимая Lashes, просто она называется. Вот это Yeo Mosaic, она продается в Rive Gauche. По крайней мере, я ее покупаю там. Ну, в интернет-магазинах еще разных, мне говорили, девочки есть. Единственное, у нее минус, вот эта большая кисточка, которая не всем очень удобна. И то, что она быстро заканчивается. Реально, 3 недели ежедневного использования, все, туши нет. Это ее минус, но она дешевая, 200 с чем-то там, 300, по-моему, с чем-то рублей. Ну, что-то в районе 300 рублей, да, будем говорить. И классно. Единственное, что да, видите, то есть вот это, в принципе, обычный размер кисточки. У нее огромная кисть, это ее минус. И вот эта тушь, которую я хочу сейчас повторить. Сейчас праздники закончились, я обязательно сделаю заказ на сайте Kiko. Вот такая у меня версия неводостойкая. Я вам тоже ссылочку оставлю. Вот она самая классная из всех тушей. Больше мне нравится, чем вот это от Yeo Mosaic, чем тем, что она делает ресницы такие веерные, такие вот прокрашивает уголочки и распахнутые такие. Очень классно, тоже не осыпается, не размазывается, не растекается ничего. У нее уже вот такая вот кисточка. В принципе, тоже не всегда удобна эта кисточка, нужно приноровиться, но я приноровилась, и мне очень-очень нравится. В принципе, из всех тушей фаворит у меня вот этот. Это марка Kiko. Очень классная тушь, мне очень нравится. Есть водостойкий вариант. Вот. И при этом от Kiko вот эта тушь мне не понравилась. Она тоже склеивает ресницы, делает их какими-то непонятными, коротенькими. В общем, вот эта тушь мне не понравилась. Вот такая. Вот. Так что буду делать заказ. Хочу повторить базу и вот эту тушь. В принципе, вот эта база под любую тушь хорошо ложится. Делает действительно очень классные реснички. И вот видите, при таком освещении получается виднее. То есть вот это более-менее пушистые у меня, да, получается, а вот эти вот склеенные, и ничего нельзя сделать, то есть невозможно их никак прочесать, потому что она очень-очень быстро застывает. Вот видите, она как бы их немножко, она, то есть она их приподнимает наверх, вот сюда, вот, но при этом делает их очень такими, ну, как склеенными, видно, да, то есть вот они, видите, склеенные, хотя с этой стороны вроде ничего, вот, так что получается, вот у меня две мои любимые туши. Это Yeo Mosaic и Kiko. На сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Обязательно напишите по поводу рамочек, что вы вообще на эту тему думаете. Может быть, вы знаете какой-нибудь магазинчик, где продают вот эти рамки для картин. Я буду очень рада, если вы со мной поделитесь. Всех люблю, целую и до новых встреч!